однажды в интервью у Аллы Борисовны Пугачёвой прочитала, что стоять на чьих-то плечах гораздо проще, чем все время подпрыгивать. Меня потрясло это выражение, и сейчас я ищу специалистов, которые умеют делать что-то лучше меня. Я лох в компьютере, поэтому у меня есть человек, который помогает делать все по компьютеру. Я умею делать все по дому, но я могу сделать больше в тот момент, когда мне помогут погладить или почистить картошку. А вот приготовить еду с молитвой, налить еду своим близким, спросить, как у них прошел сегодняшний день, по домострою научили про бабки. Очень нравятся американские методики Fly Lady, когда они одновременно делают все, убирая метр квартиры в день. Люблю генералить так, чтобы сесть и понять, неужели это сделала я. Люблю только что напечатанную книгу, когда ее разворачиваешь, она хрустит, ты понимаешь, я не знаю, когда я это сделала, но это очередной ребенок. И когда у меня такой праздник, я разрешаю другим людям меня поздравлять. Это ускоряет темп моей жизни. И еще у меня есть замечательный друг Альберт Венедиктович Игнатенко. Это один из 5 самых сильных гипнотизеров планеты. Он приезжает раз в год, раз в полтора года. Я ему говорю, ускорьте мне жизнь. Он говорит, 10 раз быстрее. И я побежала, потому что я ассистент гипнотизера. Я сам нам было, это прекрасно.